Брещанка Оксана знает, куда обратиться, чтобы порадовать поздравлением к Новому году свою маленькую дочурку. Она уже не впервые оформляет подарок на Белпочте и в этот раз решила не менять традицию. А чтобы девочка не узнала о сюрпризе, работники почты нашли для нее занятие. Оказалось, что у Дедушки Мороза 16 декабря день рождения, и можно лично его поздравить. Сегодня мы пришли с моей дочкой на Белпочту сделать интересный заказ, уже традиционный для нашей семьи, поздравление Деда Мороза, есть такая услуга. Ребенок каждый год ее с нетерпением ждет, и этот год не станет исключением. Однако, попав в отделение, оказывается, сегодня еще другое мероприятие есть, поздравление Деда Мороза с днем рождения. В то время, как мама оформляет заказ, Яна старательно выводит слова поздравления для всеми любимого Деда Мороза. Нам по секрету она рассказала, что пожелала главному зимнему волшебнику. Сейчас работы у него как никогда много, да и сезон простуд к тому же. Дедушке Морозу будет приятно, что кто-то о нем позаботился. Чтобы он никогда не болел, он всегда успевал детям подарки приносить. И чтобы его все время поздравляли теплыми поздравлениями. Но не только Дед Мороз совершает новогодние чудеса. Сотрудники Белпочты стараются, чтобы и взрослые, и маленькие брещане смогли прочувствовать атмосферу приближающихся праздников и подарить положительные эмоции близким. Совсем скоро наступают праздники всех тех, кто верит в чудеса, кто любит поздравлять и принимать поздравления. Белпочта в канун новогодних и рождественских праздников предлагает различные варианты поздравлений. Сегодня для поздравления мы предлагаем более 200 сюжетов, открыток, карточек, почтовых наборов новогодних и рождественских тематик. Красочная открытка, написанная индивидуальным почерком, станет поистине удивительным сюрпризом и приятным сюрпризом из почтового ящика. Также любой желающий сможет заказать на почте необычный подарок, в составе которого волшебная открытка и подушка с технологией дополненной реальности. При помощи специальной программы и смартфона картинка оживает. Здравствуй, мой дружочек! Поздравляю тебя с самым волшебным праздником – Новым годом! В этом году мы предлагаем различные варианты поздравлений. Письмо Деда Мороза с технологией, дополненной реальностью, с применением которой Дед Мороз с открытки оживает и поздравляет всех ребят с праздником. И поздравление Деда Мороза, в которое включает в себя письмо Деда Мороза и мягкую игрушку-подушку с символом Нового года – бычка. Заказать и оплатить продукцию можно во всех отделениях почтовой связи, на платежно-справочных терминалах и при обслуживании почтальонами на дому, в офисе. Окунайтесь в мир волшебства вместе с Белпочтой. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Василевский, телекомпания БукТВ.